Но если в лесах, как правило, причиной пожаров становятся сухие грозы, то на городских улицах огонь, причем осознанно, разводят сами люди. Просто выходят во двор и поджигают сухую траву. Только в этом году на подобные возгорания пожарные выезжали 40 раз. Четверых таких спасателей природы уже привлекли к административной ответственности. Еще несколько дел находятся на рассмотрении. Уже имелось несколько случаев распространения горения от костров на хозяйственные объекты, на инженерные коммуникации с их повреждением. Если произойдет распространение горения на какие-либо объекты защиты с причинением крупного материального ущерба, человек уже будет нести уголовную ответственность в соответствии с уголовным законодательством